следующим номером. Конкурент numéro 30, Beatrix Schuba, Autriche. Вот такой она была в 68-м году, знаменитая, выдающаяся австрийская фигуристка Беатрис Шуба. 17 лет ей было на соревнованиях в Гренобле. К тому моменту она выиграла всего лишь бронзовую медаль на чемпионате Европы. Это была единственная ее большая награда
в фигурном катании, но затем она уже в следующем году взяла серебро на чемпионате мира, потом серебро на чемпионате Европы, потом выиграла оба чемпионата и завершила свою великолепную карьеру в 1972 году тремя золотыми.